Друзья, всем большой привет! Я начинаю новый влог, и уже, кстати, на фоне новогодней елки. Мы ее вчера с Сашей наконец-то закончили обматывать. Мы купили ту самую популярную, известную гирлянду роса. Кстати, у нас она и до этого была, просто в другом размере, в другом метраже. И это для нас как бы не новшество. Но она сейчас стала очень популярной, и мы решили купить в этот раз 200 метров, потому что 50 метров нам просто не хватило нашу елку. Вот, вечером ее будем наряжать, а пока что мы отправляемся гулять, беру вас с собой. В Петербурге минус 10, очень приятный снежок идет, полное новогоднее настроение. Вот, хотела вам показать, кстати, свой новогодний адвент-календарь. Немножечко бардак, но хотела вам показать адвент-календарь, который мне вчера Саша привез. Я очень такой хотела, ему прожужжала просто все уши про него. Это адвент-календарь из моего любимого счастья. Открыла первые две ячейки. Сегодня 2 декабря как раз. Там, кстати, была моя любимая конфета с базиликом. Вот такой вот милый адвент-календарь. Здесь такие мифические персонажи. И сзади, кстати, тоже очень красиво выглядит. Вот, мне нравится. Я обожаю адвент-календари. Еще я вам хотела показать печенье, которое я вчера испекла. Выглядят они вот так, немножечко покрошились. Вот, это печенье. Обзор на печенье. Это печенье в стиле брауни. Они внутри жевательные, такие чуи в американском стиле. И они внутри действительно очень похожи на шоколадные брауни. В телеграм-канале у себя оставляла на них рецепт. Сейчас мне нужно отправить несколько посылок, что я продала на Авито. Кстати, мой Авито еще никогда не был таким популярным благодаря вам. Оставила ссылку у себя в телеграм-канале, и прям там так много просмотров и лайков появилось. В общем, продала несколько вещей, в том числе свою сумку из иконики. Пойду сейчас все отправлять. Также несколько посылок нужно забрать. Еще сегодня нужно сходить на Ламоду, в пункт выдачи. Я там заказала несколько красивых пар обуви, все хотела примерить. По-моему, там есть еще платье. В общем, тоже для вас поснимаю. А вечером планируем нарезать оливье, украшать елку, включить рождественский джаз. В общем, сегодня полный новогодний муд, так что присоединяйтесь к просмотру и добро пожаловать в новый влог. Пришли на Ламоду. Я заказала несколько классных позиций обуви, еще платье на Новый год одно посмотреть. Я, кстати, с новым штативом. Купили новый штатив Sony. Вот, взяла его, буду к нему привыкать. Он прикольный. Если вы видите, то здесь на нем есть кнопки, то есть можно запускать съемку прямо с него. Вот. Такой вот у меня сегодня лук. Это мой курьер. Немножечко психанула и заказала очень много обуви, просто примерить. И там, кстати, где-то есть еще и Уги, заказали Саше примерить очень прикольные необычные ботиночки. Во-первых, заказали померить вот такие мужские Уги. Первый раз вижу Уги на молнии, представляете? Вот так вот они выглядят. Заказали Саше примерить. Помните, я говорила, что я хочу ботинки ботильоны на квадратном каблуке и с круглым мысом? Или с квадратным мысом? Вот, нашла вот такие, буду сейчас тоже примерять. Из натуральной кожи. И, в принципе, в этих коробках, помимо уг дополнительных, все ботильоны вот в таком стиле. Надела первые ботильоны, но они мне, к сожалению, велики, но я все равно хотела их показать. Они просто невероятные. Они очень круто выглядят, мне очень нравится их мыс. И у них офигенное исполнение, невероятно мягкая, гладкая кожа внутри байка. Оставлю обязательно ссылку в описании. К сожалению, они небольшие, это 36 размер, вряд ли там есть 35 в бренде. Но если есть, я постараюсь их заказать. Они выглядят просто супер. Даже такой простой лук, благодаря таким ботинкам, выглядит просто невероятно круто. Следующая пара уже от бренда Salamander, тоже в таком стиле. Надеюсь, эти подойдут. К сожалению, предыдущие у бренда самый маленький размер 36, но ссылку я оставлю в описании. Они просто невероятно круто сделаны. Эти даже мне меньше нравятся, но это прям вот то, что я хотела по модели. Я примерила еще одну пару, но мы с Сашей решили, что они немножко скучноватые. Вот, не знаю, сидят хорошо, выглядят тоже неплохо, но как будто это немного не то, что я хотела. Немножко скучноватая пара. Так вот они выглядят. Следующая пара — это Иконика Премиум.
Это немножко другая модель, не такая, как из прошлого влога. Здесь тоже такой мыс круглый, опять похож на Maison Margiela. Круглый каблучок, вот. Здесь внутри нету байки, насколько я поняла, точнее нет меха. Вот, еще такие примерю и тоже вам покажу. Так, это пара из Иконики. Они мне нравятся, они очень интересно выглядят. Такой эффект голой ноги. Мне нравится каблук, мне нравится, как смотрится. Но единственная проблема, мне узко в области щиколотки, на худую ногу, наверное, на узкую ногу. Мне немножко в подъеме тоже давит, поэтому это прям на маленькую, узенькую, худенькую ножку. У этой пары совсем нет никакого подклада, просто кожа, то есть ни байки, ни шерсти. А я бы хотела носить их в зимнее время, потому что я чаще всего передвигаюсь на машине, и мне было бы актуально. Это точно демисезонный вариант, но, конечно, обувь очень красивая и как выглядит, мне нравится, но мне не подходит. Следующая пара у меня от бренда H. Кстати, очень приятная упаковка, там еще пыльник красивый. Ни разу ничего не примеряла этого бренда. Это, конечно, немножечко большой каблук, не то, что я хотела, но это все та же форма. Вот, так что буду сейчас примерять еще вот такие. Показываю вам пару от H. Она выглядит немножечко забавно. Такие вот калоши, как будто, не знаю, мне не очень нравится форма, но при этом ботинки очень-очень мягкие, очень мягкая кожа, в них, наверное, будет очень удобно, немножко больше мерят, вот, и, конечно, это тоже демисезонный вариант, потому что подклада никакого нет у ботинок. Вот так вот они смотрятся на ноге, мне вот не очень нравится силуэт, поэтому, наверное, для меня это не то, что я искала, но тоже неплохая модель. Очень-очень мягкая кожа. У меня остался на примерку последний экземпляр. Если честно, он мне нравится меньше всего, потому что по тем предыдущим ботинкам, ботильонам, прям было видно, какие они качественные, крутые. Это тоже неплохой экземпляр, но по сравнению с теми, на ощупь, этот просто не такой крутой. У них такой тоже квадратный мыс, достаточно плоская подошва. В чем-то напоминают предыдущие из H. Вот так называется бренд, честно говоря, ни разу не встречала такой. Я, наверное, не буду примерять вторую пару, покажу вам и расскажу на примере одного ботильона, потому что они мне малы. Они мне малы, и я думаю, вы видите, что мне в подъеме очень жмет. Я даже не хочу в них двигать ногой, потому что здесь уже при малейших движениях будут появляться заломы, я не буду портить новую обувь, но, в общем, они очень мало мерят. И они такие немножечко дубовые, поэтому это для меня нет, но, конечно, форма очень модная и стильная. Показываю вам платье. Это бренд Sorel. Присматриваю себе разные варианты на Новый год. Такое вот платье. В принципе, очень красивое. Мне даже подошло на мне размер XS, что удивительно. Только что мерила коричневое платье, я не влезла в S. А сейчас на мне размер XS. Красивое, но мне очень велики плечи. Если не горбится, то красиво. Но декольте слишком глубокое. То есть оно... Только я буду наклоняться, все будет все-таки вываливаться. Из-за того, что здесь шнуровка, мои бедра могут влезть в размер XS. Выглядит, в принципе, красиво, но как будто хотелось чего-то более нарядного. Но платье вообще очень крутое. Вот, мне понравилось. Безумно давно ищу себе твидовый красивый пиджак, чтобы он был при этом качественным, и твид был классным. И вот, примеряю вот такой вариант. Если смотреть здесь боди, просто я его тоже примерила, и мне не надо, чтобы было мерить пиджак, и я решила примерить его на боди с блестками. Очень красивые детали в виде кожаных строчек вот таких. Красивая фурнитура. Мне нравится жакет, я буду про него думать, как раз сейчас новогодние праздники. У него необычные рукава, потому что здесь вот так вот идет, как у рубашки. Мне нравится. И также я примерила боди. Я безумно давно ищу боди, даже хотела заказывать Skims, но я только что примерила офигенный вариант. Выглядит боди вот так. Это MM6. Второй бренд, более носибельный, от Margiela. Здесь вот такой вот логотип. И мне нравится, что он в цвет, он вообще не заметен. Я этот боди пыталась поймать очень давно. У меня раньше в закладках они лежали. Они есть еще в бежевом и в коричневом цвете. Давно знаю, что эти боди есть на ламоде. Жаба меня немножко душила их мерить, потому что они стоят дорого. И когда я уже созрела их примерить, их начали раскупать. Раньше были все размеры. И мне впервые в жизни подошел боди. Мне ничего не тянет. У меня прекрасно сели плечи. Недавно была в Лайме, мерила их боди черные. Если вы не смотрели, то посмотрите, здесь будет подсказка. И мне вообще не подошел их боди. И вот это просто идеальный вариант. Я думаю, вот это нужно обязательно взять. Такие вот у меня сегодня находки. К сожалению, из обуви ничего не подошло. Из платьев как-то тоже не особо, но вот боди и пиджак
волшебно сели. Друзья, мы решили зайти в фамилию. Мы иногда сюда заходим за посудой, и Саша предложил посмотреть, есть ли там какие-то новогодние прикольные игрушки. В общем, мы идем на охоту. У меня, кстати, разряжается потихоньку камера. Это прям какой-то 12 сторис прошлогодний. Мне почему-то нравится вот этот джемпер. Мне кажется, его можно классно сочетать с оверсайз брюками Dead Fit серыми. Осень, кстати. В прошлом году на сторис выпустили вот из такого материала целую коллекцию. Ребята, всем большой привет! Это Кристина, которая монтирует сейчас это видео. И во время монтажа я поняла, что во время съемки видео из фамилии случайно включился режим замедленной съемки, который не записывает звук вообще. Поэтому я сейчас вам вкратце все расскажу. Я нашла несколько достойных и забавных вещичек, но насчет новогодних товаров, к сожалению, это был провал. Все товары были не очень симпатичными, цены были завышенными, хотя в соседних магазинах, например, в Ашане и в других, цены на такие же товары гораздо ниже. Красный свитер мне подошел в примерочной, и я решила его взять, а вот серый кардиган, который я примерила, он, кстати, из Бенеттона, мне показался слишком узким и тесным, и я решила его не брать для себя. Дальше мы пошли в перекресток закупаться продуктами для Оливье, и продолжайте смотреть, сейчас будем украшать елку. Так, во-первых, муж приготовил оливье. Хотела вам показать, что мы купили, наконец-то, наши креманки, которые вы могли видеть в одном из влогов. У нас таких 4 штучки, мы этому крайне рады. У нас теперь постоянно новогоднее настроение, когда мы из них пьем. Это винтажные креманки, они из серебра, и внутри они покрыты позолотой. Вот, мы решили сегодня в честь украшения новогодней нашей елки, мы всегда, когда украшаем елку, Саша делает оливье, и мы пьем игристые. И также хотела с вами поделиться нашим новогодним уловом. Это все, что мы купили за несколько заходов и в Ашан, и в другие магазины. Мы вообще думали, что получилось гораздо больше, но вообще это все, что есть, и мы так поняли, что нам еще надо бы что-то купить. Вот, из последнего купили очень красивую вот такую гирлянду, мишуру. Просто, мне кажется, будет очень элегантно выглядеть. Мне безумно нравится, как выглядят бархатные в сочетании со стеклянными вот с такими шарами. Мой фаворит, наверное, вот такого вот плана. Хотела показать мишуру. Мы, похоже, увидели в Кёшенленд, но она стоила 500 рублей. Мы, если честно, немножечко зажмотили столько денег платить за мишуру, и Саша нашел очень сильно похожую на Wildberries. Мы на пробу вот одну заказали. Вообще очень красиво выглядит. Она такая полуматовая. Оставлю ссылку в описании. Сколько она, Саша, стоила? 200 рублей. Ну, короче, сейчас будем украшать. Вот наша до. Очень красиво выглядит. Я, правда, еще свет включила. Потом уберу и покажу, как без света. На Авито заказывали еще подставки под эти креманки. Они сегодня приехали в СДЭК, но мы от них отказались, потому что там были они какие-то слишком все покоцанные. Кстати, еще прелесть этих креманок в том, что они из серебра, то есть это металл, и он постоянно холодный. И эти креманки охлаждают напиток. Это прям очень классно. То есть, как долго не стояла бы креманка, она все время будет прохладная. Друзья, в общем, вот такой промежуточный вариант у нас получился. Нам безумно нравится наша елка. Мне кажется, она выглядит так, как будто она просто из какого-то Four Seasons. Вот, мне очень нравятся вот эти матовые бархатные шары, которые мы купили, и банты смотрятся классно. Мы думаем еще докупить бантов как раз. Сюда повесим, еще с той стороны повесим. Но вообще нам очень нравится результат. Решили мишуру кинуть в пол, как будто она выбивалась из общей тематики.
момент, когда безумно хотелось поснимать на фоне елки, поэтому я придумала вот такой необычный ракурс. Сзади у меня диван, но я сижу на стуле. Посмотрите, какая красота. Конечно, мы ее еще не до конца украсили. Мы хотим докупить банты. Мне безумно нравятся просто классические стеклянные шары. Бархатная шишка просто мой фаворит, короче. Мы просто в восторге от нашей елки. Постоянно ходим на нее, теперь смотрим. Сегодня у нас супер интересные планы. Воскресенье, 3 декабря. И у нас уже полный новогодний муд. Мы сегодня выдвигаемся на Новую Голландию. Там у нас каждую зиму делают каток. Мы хотим покататься на коньках. Купили заранее билеты. Обязательно пройдемся по новогодней ярмарке. Новая Голландия, она всегда просто сказочная. Волшебное настроение появляется после таких прогулок. И вечером у нас еще массаж. Нас ожидает просто великолепный зимний атмосферный день. И еще вчера я вам рассказывала, что я жду некоторые посылки и также отправляю свои. И так не рассказала вам, какие посылки я ждала. Вчера вечером приезжал курьер. Доставил мне посылку от любимых рандеву. Я наконец-то обзавелась новым парфюмом. Конечно же, в моем заказе было миллион от левантов, но самое главное это то, что я наконец-то обзавелась полным флаконом духов. И это, друзья мои, Том Форд. Я выбрала себе аромат табак-ваниль, взяла 50 мл. Изначально, на самом деле, хотела купить 30, я уже была настроена, уже как бы подготовилась, что я буду покупать 30. И тут я поняла, что, наверное, 30 это очень мало, и решила шикануть. И взять 50. Когда я их распаковала, я подумала, боже, слава богу, я взяла 50, потому что и они выглядят не очень-то массивными. Я думаю, на их фоне 30 мл были бы вообще крохотулечками. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что мне очень нравится этот аромат. Я впервые познакомилась с ним, кстати, ровно год назад, тоже в новогоднее время, в Москве. Пользовалась им все московские свои каникулы. Если вы не смотрели там безумно атмосферные влоги, оставлю подсказку в уголочке на экране. Не думала, что я его буду покупать, потому что этот аромат плотно ассоциируется у меня только с Москвой, с новогодними праздниками. Потом я им снова начала пользоваться весной. У меня закончился от Левант. И осенью мне жутко захотелось новых духов. Я все последние несколько недель плакала о том, что мне нечего носить, что все мои любимые от Леванты кончились, и что мне просто ничего не хочется. Вообще. И я все время думала про Том Форд. Когда мы были в Сочи, так совпало, что, наверное, в 3 из 5 мест, когда мы заходили в ванные комнаты, там был аромат табак-ваниль. Конечно, не как у Том Форда, не один в один, но я все время наслаждалась этим ароматом в заведениях, выходила и говорила, я даже помню, как я вышла один раз и сказала: «Саша, боже, я хочу Том Форд табак-ваниль». И я решила, что уже пора, потому что действительно это тот самый аромат, к которому я все время возвращаюсь, который все время меня радует. Здесь нет никаких «но». То есть, как только я им пшикаюсь, я всегда довольна, мне все нравится. Я просто пребываю вот в этом состоянии счастья от ношения парфюма. И я считаю, если у вас так с парфюмом, то его обязательно нужно покупать. Так что сейчас будет небольшой анпакинг. Такой полуанпакинг, потому что, конечно, я уже все распаковала. Такая вот красивая коробочка. Вроде простая, лаконичная, но здесь есть золотое тиснение. И открывается она, собственно, вот таким вот образом. И здесь стоит флакон тех самых духов табак и ваниль. Ну, о таком вот пьедестале. Собственно, можете меня поздравить. У меня пополнение такой вот совершенно роскошной коробочки от Том Форда. Безумно дорого и красиво выглядит. Здесь также гравировочка Том Форд. Мне кажется, это невероятно роскошный флакон. Он всегда будет радовать глаз. И мне кажется, он как никогда подходит под новогоднюю тематику. Золото, Рождество, волшебство. Конечно же, хочется им уже наконец-то шикаться. Если вы еще не знакомы с ароматом табак-ваниль, то рассказываю. Здесь на самом деле не настолько много табака. Я бы сказала, что это сухофрукты, а точнее ягодный пунш. Здесь есть, конечно же, ваниль. Здесь есть немного специй. Мне аромат всегда поднимает настроение. Я думаю, вы наверняка слышали его ноты, потому что он хоть и самобытный, и очень оригинальный, но сейчас в последнее время с ним делают абсолютно все. Постоянно встречаю отдушки у свечей, у диффузоров для дома. В общем, уверена, вы где-нибудь где слышали похожий на него аромат. Впервые я попробовала его путем от Леванта на рандеву. Мне настолько понравился, что я уже заказала у них же полноразмерный флакон. И у меня для вас есть промокод 10 Колосова, который дает вам скидку 10% на покупку 2500 рублей. И, конечно же, я этим промокодом тоже воспользовалась. Оставлю в описании промокод и ссылку на этот парфюм. Там еще будет возможность заказать от Левант. В общем, я безумно довольна. Сделала себе вот такой вот подарок на Новый год. Хочется даже еще раз пшикнуться. Надеюсь, не будет перебором для окружающих. В
Вот, собственно, радуюсь своей обновке, ждала утро, чтобы показать вам распаковку, напшикаться и начинать этот новый день в прекрасном парфюме, с прекрасным настроением. У вас тоже такое? Вы храните первые дни все в красивых коробочках. Пока что хочется наслаждаться новизной. И оставлю, в общем, это в коробке. Мы поехали на нашу новогоднюю прогулку. Увидимся через секунду. Бном Американ. Мы решили запарковаться чуть подальше от Новой Голландии, потому что там наверняка все битком. Прекрасный день, прекрасная погода, нет ветра, солнышко более-менее. Да, мы так питерцы называем солнце. Типа. Немножечко светлые тучи на самом деле это. Но для нас это солнечный день, да? Ну да. Небо голубое где-то там пробивается. Ну и уже да, хорошо. Да. Приехали немного заранее, у нас еще есть время, поэтому расскажу вам про лук дня. Я в Сочи совсем забыла это рассказать. Шапку у меня ушатала, перчатки all we need. Куртка, вы про нее очень часто спрашиваете. И, кстати, этой куртке уже третий год, я ношу ее третий сезон. Эта куртка у меня из Ada Stories, я ее покупала, конечно же, когда бренд еще был в России у нас. Вот она просто потрясающе выглядит, ей реально уже третий год пошел. Свитер у меня сегодня Aimclo. Джинсы, как обычно, Levi's. Вот, и мои ботиночки новые из 12 Stories. Я вместе с вами их покупала. Ношу буквально неделю, мне они очень нравятся. Очень удобные, теплые. Ну, собственно, вот, сумка Селин. И сегодня такой вот снежный образ. Пойдемте переодеваться и кататься на коньках. Чем плох был каток Новой Голландии? У них здесь не было теплого павильона, чтобы переодеться. То есть все это делалось на улице, голые ноги, коньки холодные. То есть это прям неприятно было. Но в этом году они пообещали, что они как-то сделают теплый павильон. Сейчас пойдем смотреть. Я помню, как мы один раз к 10 утра приехали на каток, на сеанс, потому что просто все было распродано, и мы не успели купить. Представляете? Конечно, он еще не только-только залитый. Помнишь, как мы в Москве катались? Да, под дождем. Да, 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 с пингвином встать. Мы просто супер. Мы пришли на обед в новый ресторан от Савив. Ресторан называется Тель-Авив, но почему-то здесь абсолютно такое же меню, как в Савив. Просто оно здесь, на Новой Голландии, мы решили зайти отведать. Заказали бабагануш, хумус, питу. И после этого как раз сейчас стемнеет, и мы пойдем на новогоднюю ярмарку. И также по магазинчикам пройдемся. В общем, у нас сегодня супер атмосферный зимний день. Можно сказать, уже влогмас. Я заказала себе цукини во фритюре. Это идет как закуска, но я думаю, я наемся. Хотели небольшое ревью, как обычно. Так, шапка вроде ровненько. Нам понравилось. Безумно вкусный хумус. Просто вау. Мы, кстати, взяли с собой еще шоколадную бабку. Очень смешно получилось. Саша спросил, свежая ли у вас с бабкой. Ему ответили, что
Что все бабки свежие. Или что как? У нас все бабки свежие, да. Забавно. Вообще интересное название — бабка шоколадная. Ее нужно разогреть. Ну, что-то типа слоечки такой, да. Ну, в общем, такая косичка шоколадная. Короче, оказалось, что никаких новогодних ярмарок еще нету. А мы собирались сегодня прям пройтись по ним. А здесь обычно елка. К сожалению, да, тут обычно елка. Мы просто думали, раз уже есть новогодний каток, и все на него уже ходят, и там уже стоят какие-то блинчики там и что-то подобное. Короче, оказалось, что ярмарок еще нет. Так как у нас сегодня массаж, мы идем в студию «Лег спиной» на Итальянской. Мы сейчас вспомнили, что там рядом пассаж на Невском, и там уже открылись ярмарки, поэтому мы как раз сегодня перед массажем еще успеем туда заглянуть. Вот, так что ярмарка не отменяется. Листик классный. Какая-то осенняя елка, да? Вообще очень красивые игрушки. Такая немножко в стиле азбуки вкуса или Цума, да, как в том году. Ну, да. Мне вот это сердце понравилось. Ребята, здесь просто обалденные игрушки. Мне в душу запал вот этот вот шар. Очень красиво выглядит. Вообще супер игрушки. И мы так поняли, что это филиал московского универмага у нас в Петербурге. Давно хотели туда съездить, но никак не доезжали. И вот, наконец-то, попали хотя бы на такой поп-ап. Мы хотим купить сердечко, ну или просто какое-нибудь красивое украшение, но что-то цены какие-то сумасшедшие. Вот это, например, стоит 1200, вот это стоит 1200. Какие-то цены реально московские. Что за цены на игрушки, не пойму. Вот за конфету, как будто я готова. Блин, она 1900 стоит. Обалдеть. Но вот конфета красивая. Что это еще? Вот эти штуки мне тоже нравятся. Мне безумно понравилось вот это сердце. Оно тоже стоит 1200. Но здесь хотя бы видно, за что. А поможешь мне его открыть? Есть еще похожий вот такой. Открывается? Как туда можно конфетти засыпать и сделать его любым цветом, в принципе, да? Очень красиво. Мне еще очень понравилась вот такая малышка, она просто как винтажная. Стоит 150 рублей. Я очень хочу ее взять. Вот это мне нравится. Мохнатики такие смешные. Я думаю, это мыло новогоднее. Смотри, они разные формы. Ну, прикольно, давай разненькие. Еще один нашла. Он как будто типа из битого стекла, посмотри. Видишь? Он как будто внутри разбитый, но он не разбитый. Прикольно, давай парочку возьмем такие.